Снова здорово. Протестируем еще одну игру. War Tales, которая, как говорят, похожа на братков, да? Ну, посмотрим, насколько это так. Армию ветерана выберем. Тоже демо-версия, естественно. Ну что ж, погнали. Собираем что-то тут. Сразу бандосы к нам пристают. Прогрузки какие-то долгие, я смотрю. И мы не можем никак ускорить анимацию. Так, кто первый ходит? Ученик, что ли? Можно усилить свою атаку. Попытаемся слить, что ли, его? Вражеский лучник ходит. Но сейчас мы красольем, он не будет ходить, да, по идее, правильно? А, мы не достаем, смотри как. Нифига, он все равно сходил. Еще отравил нас ядом. Умирай зато. За такое. Нету бонуса в спину, походу, да? Или есть? Фиг его знает. Криты тут точно есть. А вот. Насчет бонуса в спину. Не уверен. Честно. Нам нужно 3 штуки инструментов потратить. Да, никакого лута не дали даже. Пипец, круто. А вот наш лагерь. Второй левел поднял. Бенедис. Давайте. Так, это профессия. Стрэндж силу вкачали. Тинкер. Будет крафтить. Он здесь может, да, крафтить. Стоять. На наша задача тент сделать, в принципе. Ну и вот это, да, видимо. Сейчас смысла нету здесь. Мы не устали. Вот полоска усталости есть. Наша задача пока просто побродить, посмотреть по миру, да? Вот она. Конюшня. Какой-то даггер есть, кстати. А он что, лучше моего? Как посмотреть-то? Skill poisoning, смотри. А вдруг он лучше моего? Хотелось бы понять. Мне нужно сначала
Ага. Кто у нас? Ты с кинжалом, кстати. Стаб, Декстри плюс 3. Но это лучше, смотри-ка. Еще и скилл отравления есть. А, это обычный. 6, 8, 7, 9. Дамаг меньше. Почему-то. 6, 8, 7, 9. Ну, не знаю, ну посмотрим. Что-то не будем пока продавать. Вот тут еще что-то есть. Пойдет, смотри. 5 этих клоузов взяли. Ткани. Теперь нужно... Что там нужно? Еще пятюни достать. Есть железо. Так, это какой-то городок уже, видимо. Да, тут много чего есть. Есть с кем потолковать, есть что купить, смотрите-ка. Например, еды, да? Давай скупим все пока. Хочет починить нас. Тоже еда какая-то. Дорогая соль. Соль пока я не могу даже юзать. Нет резона. Давай в таверну заглянем, что там. Сразу выделяется какой-то зеленый. Женщина, что ли, даже? Причесочка такая. Контракты. Изи есть какой-то контракт. Изи. Так, атакс хэдбин да. Не, ну раз легко. Справа, да, пишет. Давайте пойдем на... Ага, вот она. Разберемся с проблемой, надеюсь. Это выпивка, да? Пацаны, что были счастливые. Это что? Панкейк рецепт, походу. Это работяги. Которых можно нанять. Рейнджер. Тоже с ножом. С мечом просто. Двуручим, что ли? Полуторник какой-то. Он по площади бьет. Первая помощь есть у типа свордсмен. Сколько он стоит? Тоже 60. Надо как-то деньги выручить, да? Давай попробуем. 13. Что я делаю не сюда? А ты про... Тебе можно? Не, нельзя. Торгашам тогда давай. Квест мы взяли. Апотекарий. Ой, новая профессия. Выучена. То есть мы заходим в город, выучим профессию. Продать даже нечего. Все остальное мне как-то нужно, в принципе. Давай одну такую продадим. Да, может вылечить. Понятно. Давай сюда еще посетим. Тоже получили профу.
Понятно, кузнец. Предлагаю вернуться в таверну, нанять каких-то пацанов, точнее, каких-то вот этого. Ну, это будет пятый тип наш, да? Сейчас можно перейти в лагерь свой, да? Посмотреть, что там. Вот он, пятый, а у костра может четверо сидеть, могут только. Че себе? А что такое? Что так слабо? Нужно 10. Железо. А, кожи нужно 5 еще. Вот что. Найти. На кожу со зверей, наверное, надо как бы поохотиться. Тент. Пони. Без подковы, да, у нас пони? Ну хорошо. Что подкова дает? Это кто у нас? Захватить капчур. Тебя сделаем алхимиком. Нифига у тебя лицо, конечно. Тебя кузнецом. Да? Ну и можно пока выходить отсюда. Да что я не то нажал. Валим, в принципе. Нам направо надо, по идее, сюда. Что-то есть? Нет. Нельзя залутать, к сожалению. Тут что-то есть. Нифига, чапать-то далековато. 145 получим всего лишь. Тюрьма. Тюрьма, тюрьма. Нифига себе, ценник. Снизить разыскиваемость, видимо, которой у нас нету. Прикольная история, но нам бы это через них, что ли, обходить, я даже не знаю. Что, не устали сильно, да, видимо? Видимо, так. Погоди, то есть мы можем только так? У нас еще нечем платить, пишут недовольные ребята. Минус 10. Ну, допустим. 5 волков.
Стоп, это что такое? Где остальные-то? Вау. А тут мест не хватает на всех, походу. Куда-то... Там места нет, реально. Ну, смотри, что мы сделаем. А кто самый первый ходит? Вообще непонятно. До сих пор не понял. Просто кто угодно может ходить или что? Это еще предстоит выяснить. Видимо, так и есть. Но эти волки, я надеюсь, они не дойдут до нас. Бахнем их. Это, кстати, кинжальчик наш. И он теперь не доходит. Ну, прикольно, чё. Ну, можно... Па-па-па-па-па-па. Вот так вот примкнуть к двоим. Это во, как раз по двоим бахнем. Ну-ка, давай. Хорошо. А дальше два волка ходят. Даже броню не просадил, кстати. Сейчас бы вот этого слить. Шесть десять. То есть не убивает. А если мы ярость прожмем? 9-15. Ну, 14 рольнуло нормально. Залетело, так сказать. Ничего мы не можем сделать. Давай бахнем его. Вообще. Давай кинжал. Он отравляет или что, не? Поисон. А, один хп всего лишь. Даже не знаю. 18 хп у волка этого. Ну вот эти двоих сначала сольем, потом третьего. Бахнем уже. Десяточку. Пойдет. Кинжал слабо бьет. Ну а что поделать? Тыкай. Вот так. Пацаны довольны. Дэмэдж увеличен. А здесь не мог пройти, да? Это печально. Давай крит. 12, хорош. Хорош, но не то чтобы слишком. Цапнул хп вроде бы. Ну-ка давай его прищучь. Пойдет. Нам нужно все инструменты потратить. Зато залутать что-то можем. Мяско, да, вот это вот всякое. Кожу. Вот это можно еще апнуть. А, это лучник, смотри-ка. Лучница даже так.
Увеличит damage, critical hit. Не, ну damage, конечно, damage. Пока у нас нечего качать. Лут прожали. Бежим дальше. Где-то проход-то есть, я так бегу, типа. Походу там проход нет, ребята. Там шахта какая-то. А если я стою, у нас расходуется еда, ну, усталость. Вроде нет, кстати. Давайте подождем вот этих ребят. И подумаем, что можно сделать. Или расходуется, не могу понять. Так, вошли в контакт. Нифига не заряженные. Короче, не создавай проблемы. Это охрана, патруль, короче. Я думал, это курованы. Ну не. Вон караван. Вон патруль, кстати. Погнали за караваном. А можно что-то продать как-то, что-то там, чтобы пацанам заплатить хотя бы? А, это же на котле приготовить нужно, черт побери. А у меня нету котла, вот в чем прикол-то, ребята. То есть на костре одно готовится, а на котле-то котел металлический. Да, такие дела. Дрова. Деньги, деньги. Ага, так давайте посмотрим. Вы должны платить своим компаньонам каждые 3 дня. Черт бы их побрал. Черт побери. Ну, вас понял. Почему каждые 3 дня вообще вопрос? Давайте каждую неделю сразу же, чего бы. Пока я дойду, конечно, кроны какие-то или что-то. Да, тут кроны. Кроны тоже единица измерения. Нам нужен камушек на котел, я считаю. И на палатку. Ну, мы приближаемся вроде бы к месту встречи, так сказать. Давайте не будем отвлекаться на всякие задачи другие. Мы можем что-то изучить, да? Вау. Так вот как это работает, да? Щиток. А, понял, для чего травы, ага. Еще есть какая-то, которую мы не видели. Стоп, стоп, что я нажал? Каннибализм. Счастье увеличено. Давай счастье. Это у нас минус вообще. Из-за не оплаты, так сказать. Мы можем скрафтить это, кстати. Давайте посмотрим. Щиточек-то. Крафтанем, раз дерево мы не стали продавать. Может-то и пригодится так-то. Ну-ка, давай сюда. Че, я не могу, что ли? Почему я не могу? То есть я что-то не понял, да?
Ну, вроде же открыто. Что я упускаю? Это воркшоп, а мне может быть кузница какая-то нужна, да? Возможно, кстати, так и есть. Это что такое? Во, наш контракт, походу. Плыл 2. Бандос. Ну погнали. Мы за тобой. Ибо нам нужны деньги. Сколько у вас, ребята? Их двое всего? Серьезно? Ну это есть сложность, я понимаю. Контракты имеется в виду. Давай здесь ты дойдешь. Бандос, смотри, какой толстый. Пойдет. Вот этим типом. Подойдем. Давай бахнем. Тоже можно вот так прижать его сразу же. Чтобы он не смог выйти отсюда же. А, смотри, он сплэшем бахает. Черт бы его побрал. Пока можем стрелять, стреляй. Вряд ли это тоже сплэшем бахает, я думаю, да? Мы должны его хлопнуть. 8. Ну 8-то сможем. Слышь, а он яд. Как это так-то? Что-то за басня. Кто входит, все получают яд. Ну, это плохая история, если честно. Давай вот этим подвигаемся. Надо побыстрее это хлопнуть. 17, красава. Не получится, что ли? На восьмеру отравил. Все. Приехали. Надеюсь, эффект спадет. Мы не можем. Так. Вот это мы лута. А, это просто трупы. Damage armor. Ну. Надо подумать, что мы можем сделать. Чё с тобой? Спать хочет. У него травма, а это что? Инжири как раз. Как тебя? The system can be equipped. А как-то с тобой? По-моему, так делается. Так, погоди-ка, как же это дерьмо делается? Там как-то просто было. Может, сначала отдохнуть надо, я что-то даже хз. А с тобой что? Не может критикал хиты делать, да? А с тобой что? Они все хотят спать, да, то есть?
Лепешку. Единичку. Две-две. Мы еще потерялись, даже у нас платы нету. Пипец. Ловкость качнем. Тут хп, наверное, качнем с щитом. Пусть будет. Только на третьем мы сможем выбрать, кем он будет. Вообще грустный такой дядька. Приуныл. Но я не знаю, как это. А это спать, подожди. А, спят они все. Это просто место у костра плюс один дает. Вас понял. Ты уж испугался. Ну что, надо обратно сдать контракт, я думаю. Watch Tower посетим. Потому что по дороге вот это возьмем. Да, это цветок какой-то. Который нам для медицины понадобится, наверное. Please. Ага, освободи меня. Я прошу тебя. Легион может вернуться в любую минуту. Я не опасен. Так, я был что тут? Призван за мои таланты. Бла-бла-бла. Таланты кузнеца имеется в виду. Легион хочет, чтобы я работал силой. Ну, допустим. New Profession Thief. Да. Селектив. А я не могу без вора, что ли, да, сделать? Ну смотри, мы можем сейчас выбрать. Насколько я понимаю. Сейчас. Через лагерь мы дадим кому-нибудь вора. Тебя что, например? Ну вот, декстрити плюс один. Мы даем. Типу с ножичком это. Приходим сюда. Так, выбираем. Погнали. Так, поехали. Пипец, он еще один. Он хотя бы бесплатно присоединился, но еды скоро будет не хватать. Ага, может привлечь внимание легиона к нам, имея дезертира в отряде. Минус 4. Комфорта нету вообще, говорят. Сейчас мы... Так, это тоже можно что-то исследовать. Пипец, я должен еще больше бабок отряда. Вы что, шутите? Я не успеваю зарабатывать, ребят. Я просто не успеваю. Это что такое? Это что такое, рейдеры выскочили? Нормальная история. Что за пипец? Просто из лесов бандосы выскочили. 6 штук, кстати, тоже. 1, 2, 3. Где еще один?
Вообще в какой-то засаде тип стоит. Да. Это очень плохо. Вот на пятерых. Это кто, кстати, здесь? Наш типуган. Давай с тобой сходим и... Что-то не почувствовал тип вообще. Пятюню эту, конечно. Что у него за эффект висит? Нигде не показано. Ну они, слушай, они жирные. На этом, походу, все и закончится, потому что они какие-то... У них броня, типа, есть вот 12-17, а у меня вообще 5-8 там. Чё-то... Приключение подходит к концу, видимо. Бандоса заруинили. Могу только ближайшего, естественно. Это вообще с двуручным молотом, как бежит тип. С Battle Brothers, видимо, подъехал. Панч. Ты у нас еще, смотри, голый даже, да? 5-9. Ну ты голый бьешь даже, как лучше, чем мои пацаны, походу. Красава. У тебя есть кто-то ярость или что это? Ага. Не, ну молотка надо точно ликвидировать, он какой-то лютый. Явно еще по троим хочется забахать. Нам такого не нужно. Давай панч на 7. Кинжал. Трави его. Ой, смотри, он до лучника дошел. Ну-ка. Таргетинг. Оу, окей, понял. Отравим еще. Панч. Ну, лучникам, я думаю, нужен. Погоди. А он еще не отпустит меня, да, получается? Он меня еще и ударит. Небось. Я бы не удивился. Здесь тоже, наверное, ударит. Надо думать. Мы его не вынесем, что ли? Погоди, погоди, стоп, реально? Че-то он еще раз сходил. Как это работает вообще? Вот этого хочу убрать. 16, куда? Влил у него столько дэмэджа. Я по-своему бахнул, вот я идиот. Давай крейт дай. Не, нифига. Вот это выбираем, типа. Я не могу, да? У нас не осталось, что ли, ярости? Она общая, что ли? Четыре типа осталось. Сейчас вот этого мы с кинжальчика вот так вот сделали. Ну не так-то все и страшно. Я думал, будет жестче. Так-то, да? Тип с молотом, да? Ну а чё, реально, мы сможем попытаться уйти как-то с зоны? Да, мы легко убегаем и из этого не несем никакого наказания. Ну, кроме других пацанов.
так вот. А чё, криты уже кончились? В принципе, жаль. А, у нас, смотри, загрел. Загрел нас, да, Джейдж. По идее, ты с кулака справишься, смотри. Петюня 6, окей, все готово. Кинжал. Осталось двое вражин. Так, кто? Правда, толстый это тоже. Всю броню слил. Ну, ничего страшного. Ты последний ходил, да? Вот так вот. Чтобы простор был. Новый раунд. Тут, в принципе, кем бы я ни сходил, это не особо важно. Давай критуй. 16 кроссово, слушай. Отравим, пусть, если он будет ходить, вдруг надумает. Ну, можно сказать, вот этим, к примеру. Потом ножичком тыкнуть. Все, все довольны. А потом попытаться с лука его, да, жахнуть. Дамаг типа увеличен. Ну-ка, крит не пошел. Нам и так хватит, в принципе. Мы даже никого не потеряли, на самом деле, думал, будет парочка мертвых тел, но что бандосы какие-то лютые. Смотри, молот взяли. Трупаки не знаю, зачем все еще. Нам нужна еще и снаряга, еще и платить надо. Стоп, это что такое? Пройти не можем. Да, нам просто в город надо попасть уже бы. Желательно побыстрее. Давай кузнецу. Если он сможет все по дешевке починить. Давай фордж. У нас есть свои типы, в принципе. Что дальше? Конфирм. А, мы можем сделать здесь как раз small shield. Вот этот, да? Либо арморку. Кожи, правда, нужно. Это все здорово. Починиться можно как-то? Починиться, блин, можно? Братан, репайр за 20, говорят, могу, да? Но я думаю, это пойдет. Красава. Можно попытаться украсть. Что это будет, кстати? У нас есть вор. Now he looks like he knows the difference between. Чё?
Не понял. Предлагают. Ну что, я получу 25 известности, это фигня какая-то. Да, попробуем. Или я не так что-то понял? Не, фигня. Короче, это нафиг. Пока мы отсюда, мы идем в таверну получать деньги, я думаю, тогда. Молот, кстати, нам нужен такой молоток. Куб де Грейс, удар милосердия. На латыни, вот это смех. Так. Коллект баунти. Получить награду. Ну, пипец, я должен в 2 раза больше. Опять изи. Пока я дохожу, слишком хард, изи, изи. Это 205. На юг. Давай. Ну, это недалеко, кстати. Я думаю, мы справимся по-быстрому. Нам нужно железо, котелок, вот это все, да? Это выпивка. 60%, серьезно? Комфорта нету. Ты должен каждому бухлишко купить. Да. Что-то не очень. $35 стоит. А если я выплачу им сегодня? Ну, если я прикорну, я выплачу им, да? Это поможет как-то? Чтобы пацаны не ушли. Надеюсь, что да. Вот это еще тоже. Как вас, блин, излечить? Никнейм нет, ну ты куда ты? You don't have... У нас нету апотекария. Понял, поэтому не работает ничего. Ничего не работает. Апотекарий. Что нам нужно скрафтить такого, чтобы... Только это я могу, да? Тогда я не понимаю. Но это оно есть. А как украсть? Я хочу украсть. Можно украсть? А, нужно указать, что я хочу украсть. Так. 100. Он видел. Ничего себе. Вас заметили. Отправили в тюрьму типа, которого ты хотел сделать. Еще на нас охоту открыли. Ну, прикольно, прикольно, я, конечно, встрял. Еще и эти накроют нас
Да, реально, минусанули, типа. Да. Кто у нас двуруч? Лук. У тебя вообще ничего нету. Ну, очевидно, ты. Я не могу, что ли? Подожди. Не может, серьезно? А ты можешь? Бесполезно. Да. А, вот как на нее нажимаешь, выбираешь травму, черт побери. Вот это да. Че ты приуныл так, братан? Не тебя же арестовали. Слушай, а если я теперь попытаюсь продать ему? Она же по-любому продастся. Она легко продается. Да, дичь. И два пустых ботла получили, кстати. По идее, бесконечно можно получать, делать заново. Плата уменьшилась из-за того, что один в тюрьме. Логично. Тиф. Ну мы тут, короче, нежеланные гости. Прикольно, блин. Теперь надо еще и остерегаться этих стражей порядка. Пятюню стоит. А железо есть? Хотя вряд ли. О, что я делаю? Украл в тюрьму, короче. Прикольно. Кстати, а вот этот тип, он за десятку. И, насколько я помню. Арморку чинит, походу. Надо попробовать будет. Валим отсюда по-быстрому. Нам вроде бы вниз надо. Так, они где? Да, стрелочка-то показывает. Все, мы хотим спать уже. Устали. Сейчас не буду ныть. Так, ну давайте посмотрим. 2-2. Ну, оплатить можно как-то? Не всю сразу, ё-моё. Чё за бред? И мы нисколько не заплатили? Сейчас они просто убегут, естественно. Ну да. Минус один. Добрый вечер. Ну, это дичь. Непродуманно.
Один парень в тюрьме. Оп, оп, оп. Стоп, стоп, стоп. Интересно, они на нас набегут сейчас? Не, им пофигу. Проблема, что здесь пройти нельзя, да? Отсюда мы начинали. Не так уж это все и близко, на самом деле. Кажется, близко, но нет. Подлагивает, конечно, царский. Какая-то шахта. У меня столько нету. А, так это тратится. Инфлюенс еще. Офигеть. Но в любом случае мы пока достаточно пусты. Там бандосы были, походу. У нас уже четверо осталось. Опять и снова вместе, да? Бандосы. А это случайно не контрактники? Да, это они. Налетай. Схлестнемся. Остальные где? Давай сразу, без каких-то шуток. Хорошо. Ну да, голенький остался, а тот прихватил, видимо, снарягу и свалил. Нормально. Обычное дело. А, это, кстати, наш кинжальщик свалил, походу. Так и есть, кстати. Блин, вот это прикол. Не очень. Лучник еще, смотри, отталкивает. А, у него такая способность. И дальше пройдем вот так. Впритык стреляет. Добиваем. Два хп. Ну, не жилец. Пусть хотя бы что-то сделает. Вау. Дамаг увеличили. Ну все, он помирает от яда. Пленник, который был освобожден, помер.
Давай железо возьмем. Это железо, да? Вроде так и есть. Да, 6 собрали уже. Надо возвращаться, конечно же. Лагерь какой-то. Еды много, денег нету вообще. Да. А в тюрьму нас, кстати, вот сюда определили, да? А это она на карте. Вот сейчас, по идее, мы сможем расплатиться. Смогли бы. Если я прикорну, я типа это. Не смогу расплатиться. Сейчас они все медленнее и медленнее будут ходить. Все, они уже еле плетутся. Да выбора нету. Мне чуть-чуть не хватает. Какой бред. Второй левел. Третий левел арчер. И вот у него появляется вот этот шот, который отталкивает на 2 метра. Все животные союзные избирают своей целью. Ага. Легкая, легкая, легкая. То есть охотник, бестмастер, повелитель зверей и лучник. Наносит 6 урона первых трех врагов, кого видит. Короче, возьму вот это, не знаю. Я не хочу, чтобы они уходили. Сейчас они ливнут. Что я заплатить им не могу. Третий. Пипец. Дестройер. Слабость накладывает. Пойсон. Смашер. Охранник. Попробуем вот это взять. На троих нужно 5 еды. Ну, вот это просто бесячая ерунда какая-то. Ну смотри, сейчас сколько уйдут. Надеюсь, что 0. Хотя минус 5. Да. Просто минус лучник, как раз, который я не хотел, чтобы ходил. Ну, типа такое. Я явно делаю что-то не так. Ну да ладно. Ну а чё ты лагаешь так, господи? Ну а сагрились. Ну мы успели дойти, кстати. В смысле? Я не выполнил еще? Ты серьезно? Как так вышло? Я настала хардовый для меня. Чего? Какой бред. Ладно, я напоследок просто зачекаю, сколько врагов, потому что не удалось
можно так сказать, заплатить можно. Атака. В тюрьму. Чего? И все? Вот так вот просто? Серьезно? Ну это смешно что-то даже. Травма еще, пипец. Я думал, там конец уже. Ну вот это я... Не, я не могу пережить. Братков нету, это смех. Закончу на этом. Не очень мне... Пока не очень зашло, если честно. Но это просто я, бомжара. Это все поэтому, на самом деле. Закончу, пожалуй, вводную часть.